В пригороде Хабаровска водитель КамАЗа насмерть сбил 68-летнего жителя села Восточное. За последнюю неделю это уже третий случай, когда под колесами грузовика гибнут люди. Сценарии ДТП разные, итог один. Этим утром пешеход возвращался домой с работы. Мужчина вышел из автобуса на остановке. Чтобы добраться домой, ему нужно было перейти на другую сторону дороги. Дождавшись удобного момента, пенсионер шагнул на зебру. У перехода его пропускала автолюбительница на Toyota Prius. Женщина вовремя заметила человека и избавила скорость. А вот ехавший следом водитель КамАЗа сделать это не успел. По-видимому, шофер не сразу понял, почему водитель попутного транспорта вдруг стал резко сбрасывать скорость. Чтобы не врезаться в иномарку, водитель грузовика решил объехать легковую машину по обочине. Мужчина в этот момент уже заканчивал переходить дорогу. От удара его отбросило вперед на 15 метров. Травмы, полученные пенсионером, оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте еще до приезда медиков. Водитель КамАЗа всего на 7 лет мало ложе сбитого им пешехода. За рулем шофер 40 лет. Как мог допустить такую фатальную ошибку, мужчина и сам не понимал. Отрицать свою вину не стал. За наезд на пешехода со смертельным исходом ему грозит уголовное преследование. С места происшествия Михаил Сергеев, Александр Ефанов и Степан Симонов.